В музейно-выставочном комплексе четверо юных люберчан получили свой первый паспорт. Хочу также пожелать вам, чтобы вы свой паспорт открывали только в такие добрые моменты. Это как выход замуж, как рождение ребенка. Вот. Для ребят, конечно, жениться. И хочу, чтобы каждый из вас в сердце держал фразу «Я горжусь, что я гражданин России». Каждый подросток, получающий паспорт впервые, может выбрать участие в торжественной церемонии вручения. Юные граждане Российской Федерации серьезно относятся к новому документу. Я становлюсь уже гражданином России, и теперь у меня ответственный документ в руках, я должна за него нести тоже ответственность.